Сейчас. Цветы. Ну, не вот эти нет. Ну, хотя не вот эти фиолетовые, розовые ей 100% понравятся. Так, 1, 2, вот это 3, 4, как можно больше. 5 цветов возьмем. И мед. Она очень сильно любит мед. Мед у нас вот здесь валяется сразу стак. Возьму 16 штук, пускай будет. Так, мед и сирень. Ей точно должно понравиться. Так, а то она там стоит, обижается уже вторую серию Дарова. Стоит там, обижается. Я сейчас приду, подарочек ей сделаю. И она 100% меня простит. Давай, ниндзя-черепашка, давай за мной. Все, чтобы все хорошо у нас прошло. Пожалуйста, держи за меня кулачки. Или лапы, или плавники, что там у тебя есть. Привет. А, это ты? Ну что ты пришел? Зачем ты вообще здесь стоишь? Может быть, мне отойти? Клюет у тебя там, но ты только рыба только что сорвала. Но я не буду тебе мешать, иди дальше, продолжай вот это рыбач. Я просто тебе тут, я медика тебе немножко вот это принес, держи. Я знаю, ты же любишь медик, держи целый стак. Зачем мне твой мед? Он мне вообще не нужен. А, сирень, цветок, розовые цветочки держи. 5 штучек тебе сирени притащил, вот держи, Кать. Иди пчелам их отдай, мне не нужна твоя сирень. Ну ты что ли, ты до сих пор на меня обижаешься, ну это же такая фигня была. Ну подумаешь, проехал я под сердечками за и вот это загадал, чтобы я пиццу получил. Ну Кать, ну я честно с тобой хочу встретиться, прям очень. Надеюсь, ты покушал пиццу, хорошо, вкусная была, да? Ну ты чё, второй день на меня обижаешься из-за какой-то пиццы? Ну ты, ну вот ты серьезно? А потому что все уже назад ничего не вернуть. Ты желание загадала, как говорится, вот словечко вылетело, его не поймаешь, оно не воробей, улетело, все, до свидания, это народная поговорка. Ну это же просто шутка была, ну ты же знаешь, что я с тобой хочу встретиться, ну ты шутки шутить не умеешь, что ли? А все уже, а вот надо было раньше думать своей головой, все уже, все. Ну ничего, у меня есть еще один вариант. Стой там, главное, стой на этом мостике, никуда не уходи и смотри вперед, смотри вот туда, пошли, ниндзя-черепашка. Плыви, можешь даже сюда не возвращаться больше. Так, садимся и поехали. Кать, смотри на меня, я здесь сверху, смотри на меня. Раз, два, три, я загадываю встретиться с Катей в Новосибирске прямо сейчас. И ты думаешь, тебе это поможет? Сердечко так не работает. Хорошо, тогда я сердечко сейчас пытаюсь вот это убедить. Второй раз, вторая попытка. И... Сердечко, я хочу встретиться с Катей. Второй раз хочу встретиться с Катей. А, Кать, слышала? Оно не будет тебя слушаться. Оно только на одно желание способно. Ты все профукал. Сердечко, я отменяю мое желание спиться и хочу встретиться с Катей. Не работает это так, сердечко не поверит тебе. Ну вот может быть, если ты еще пару раз прокатишься, может быть, сработает, но это не точно. Сердечко, мое желание одно единственное, не пицца, а вернуться к Екатерине Жапосливочной в Новосибирск! Ну все, походу сработало, можешь, в принципе, возвращаться обратно, так уж и быть. Ну ты точно на меня не обижаешься? Сердечко точно меня услышало. Я 5 раз загадал одно и то же желание. Я не хочу вообще никакую пиццу. Ну все, я надеюсь, все нормально. Там сердечко записало к свои желания. Все, ну ты это медик-то раз принес уже. Так давай сюда, это мне полезно будет. Ну давай, прыгай, давай, выкидывай. Прыгай на черепаху, сюда тебе выкину. Оп. Ой, мимо, подождите. Ну лодочка-то всего лишь двухместная, поэтому ты иди по черепахе, вот так, я помаленьку буду плыть, ты иди за нами. Главное, в воду не упади. Что это за цирковые приемы, блин, я тебе что, в клоуны нанималась? Ай, упала! Сердечко, желание там, отмени его. Не надо отменять никакого желания, я пошутил. Ой, ну какие мы все-таки с тобой молодцы. Ну как живут наши дети? Ну все счастливы, все довольны. У всех своя собственная хата. Житель сверху идет даже откуда-то. Привет! Он зашел к нашим лисам?
Не-не-не-не-не-не! Кто это? Это опять твой двоюродный брат из этого Стамбова приехал! Да я вообще понятия не имею, кто это. Вор в нашу кладовку пошел, сейчас все сопрет! Да и... Ну вот, вот не успели мы сказать то, что у нас... Ты смотри, ходит... Ходит как у себя дома, просто все двери открывает. Кто вообще такой? Кошмар какой-то. Надеюсь, это частная охрана, которую кто-то нанял. Кстати, ладно, пойдем дальше. Да-да, о чем ты там говорил, то, что мы с тобой молодцы? Я говорю, какие мы с тобой все-таки молодцы. Ну посмотри, ну лошади живут как в сказке. У каждого свой загончик. Сено на год вперед. А ты пройдет вот сюда пройди. Посмотри, у нас аквариум. Ну рыбы там, наверное, еще не передохли, наверное. Я не знаю, рыбы там, может, передохли, зато черепахи. Мы про черепашка, Сашка, Наташка, Машка, подойди вот сюда, давай на них посмотрим. Они до сих пор здесь плавают, никто не утонул, никто не утопился. Вот. И что самое главное, Кать, у каждой твари, вот это по паре, у каждого есть вторая половинка. Но все-таки мы с тобой просто большие молодцы. Ну а ты там посмотри на наших курочек. Ну у них такой прекрасный вот, кстати, этот курятничек. Кстати, да, курочки, свиночки, коровушки, зайчики. Да слушай, да все живут как в сказке, как в дворце настоящем. Посмотри, даже розовая овечка и вот эта корова вверх ногами. Все просто чики-бомбоника. Я тебе говорю, что мы с тобой просто так постарались на славу. Ну словами не передать, какие мы с тобой хорошие родители. Это да. А то, что подписчики пишут в комментариях вот по поводу вот этого вот всего, знаешь, что они в последнее время в комментах-то пишут? Что пишут? Они пишут то, что у всех все хорошо, панды живут вот здесь, вот это батончик Иван, вот это Милка и все остальные живут вот здесь, там Герман живет. Кстати, Герман не сдох до сих пор, мы просто его давно не кормили. Подожди. Герман! А, не, вот смотри, у него башка торчит. Я говорю, это хорошо то, что я ему построил вот этот кошачий домик. Ты смотри, вот там башкенцы у него торчит. А у него там все хорошо, все в порядке, это так надо? Ну, тут два варианта. Или он играет, или он просто застрял. Но давай мы ему тогда мешать не будем. Иди сюда за мной. Ну хорошо, ладно, у нас еще мишки есть, Михуил, еще Елена. Михуил, да, но ты прикинь, что подписчики последнее время пишут, то что оказывается якобы коричневая панда, вот, говорят, не получает нашего внимания, после смерти вот этого ее парня Педро, она сидит здесь и грустит, и подписчики говорят, что ей очень плохо в лодке, но я не понимаю, что плохого, панда в частной лодке живет, на своей яхте, что здесь плохого, Кать? Я не знаю, давай у нее спросим. Ну тебе разве плохо живется? Ну вот у тебя твои соседи. Мне кажется, у них намного хуже условия, чем у тебя. Вот и я не знаю. Вот подписчики на протяжении всего сезона выживания практически говорят, чтобы мы и свой дом построили. Ты думаешь, надо? Ты хочешь свой дом? Если ты хочешь свой дом, кивни мне. Она кивнула. Ёперный. Ну ты подыграть-то нам хотя бы не могла не кивать. То есть нам реально сейчас дом надо строить. Ну, раз панда говорит и подписчики говорят, ну походу надо. Ладно, тогда иди за мной. У меня есть небольшая идейка. Так, призмарин. Нет, тут нет призмарина. Призмарин, здесь призмарин. Вот здесь призмарин. Так, призмарин забираем. Это нам. Да ты розовые блоки бери, розовые. Ну, наш девочка, ну надо ей такой кукольный домик построить, ну. Какие розовые блоки? Не нужны никакие розовые блоки. Подожди, дубовый люк мы и возьмем, это нам пригодится. И заборчик. Розовый сухой мокрый бетон. Вот, не надо нам никакой розовый сухой мокрый бетон. Все, давай тогда, подожди, я еще вот это, еще ступеньки заберу. И вот это, все, давай пошли со мной. Кать, я понимаю, что она девочка, но ты подожди, она же панда. А панды из Японии. Ей нужен японский домик, понимаешь? Никакой не розовый. Ты хочешь дом построить из бамбука, что ли? Ну, бамбук там тоже будет. Ты посмотри на других панд. Посмотри, сколько у них бамбука. Этой панде тоже нужен бамбук. Она будет жить в японском самурайском доме. И я даже уже нашел место вроде, где его можно построить. А, ну так возле твоего дома вот эти Кати Крафт с одеждой. Пошли давай туда. Это у нас будет девчачья вечеринка. Мы будем друг к другу в гости ходить и приглашать мальчиков. Кого вы будете приглашать? Ну, в смысле, ей мальчика приглашать, там, ну, Педро, не Педро, там, ну, вот этих вот, ага. Себе-то главное, никаких других мальчиков не приглашай, пока я не в Новосибирске, ага, пошли. А потом, когда ты будешь в Новосибирске, можно будет пригласить? Ну, меня пригласишь, других мальчиков не надо никаких. Все хорошо, тебе VIP-билет достанется на нашу вечеринку.
Так, давай вот сюда, с правой стороны, здесь твой вот этот магазин, там сцена, ну давай тогда здесь, это, наверное, единственное место в нашем городе, где еще ничего не построено, везде уже все остальное застроено прям окончательно. А ты не думаешь, что ездить будет очень скучно одной? Слева! Диснейленд! Справа Колизей, гладиаторские бои проходят, башня Рапунцель, лаборатория, где ты зелья варишь, магазин одежды, какие нафиг скучно! Ну нет, это вообще не жилая зона, это развлекательный центр, можно сказать, урбанистика, город, сити, называй как хочешь, здесь нельзя жить, панди, ну, давай другое место подыщем. Ладно, переубеждать тебя не буду, но у меня есть еще одно место на примере, оно точно не будет скучным, иди за мной. Здесь... А, ну вот здесь, вот, свободная территория, я как раз таки ее расчистил для какой-либо постройки. Ну давай тогда здесь для нее домик построим, а? Ну вот, отличное место, возле реки, возле вот кафешки Starbucks, будет ходить кофе пить, а наш панда, давай отличное место. Ага, а здесь ей скучно не будет, да, получается, возле кладбища? Ой, мистер Крипер, почему возле кладбища-то? Ну с духами будет общаться, чего взорвался собака такая, а? Ну, раз с духами будет общаться, значит с духами. Ладно, иди сюда, приступаем. Так, а это нам нужно, чтобы никакая нечисть нашу панду не скушала ночью, и никакие мистеры Криперы не взрывались. Давай, так, давай, да? Давай, освещай, а то тут реально темно, как в заднице у Крипера. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Так, Кать, сейчас будет твое любимое, вот этот топор, руки бери и очищай вот эти бревна от коры, давай быстро, ты это любишь. Опа, вот так. Ага, тебя сейчас фантом там сбросит, ага, уже сбросил, не успела. Давай, 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 раз, давай, ага, молодец, все вот это очищай. И слушай, нам бы не мешало с тобой переспать вдвоем, а то как-то фантомы слишком налетели, слишком много их. Ну вот сначала дело сделаем, потом переспим. Ага, все заметано. А можно мне какую-нибудь работку-то? Ну не сложную, но какую-нибудь маленькую, небольшую работку. Ага, можно? Сейчас, подожди, сейчас дам тебе всю вот эту работку. Ну на тогда работку, вот это, люки за мной будешь закрывать? Давай. И всего лишь-то люки закрыть. Давай закрывай люки, не умничай. Да я могу большее дело, чем просто люки закрывать. Ну вот примерно вот так, ну реально, ну смотри, японский же стиль у нас получается. Погоди, ты хочешь сказать, что она вот тут вот будет жить? Вот подаркой что ли? Да и она же не поместится тут даже. Так это не дом ее, Дуримонда Петровна, это просто вход в ее особняк будет, японская вот эта арка. А дом ее будет начинаться вот здесь уже. А, ну так строй давай, что это самое, я помогу тебе, у меня есть топор, могу под это, кору попресекать. Так, оп. На счет три разворачивайся и смотри назад, что я тебе подготовил. Готова, Кать? Да, давай. Ну, давай тогда сразу. Раз, два, три! Это что, все мне, что ли? Это то, что, о чем я думаю, да? Это вот это вот, вот это, да? Да, это то, что, о чем ты думаешь. Бери топор в руку и сноси всю эту кору к чертовой бабушке, давай! Это лучший подарок за последние десятилетия моей жизни. Спасибо! Раз, давай, я, Катюшка, каратист! Здесь у нас будет вход в особняк панды, вот сюда, и сейчас, вот именно сейчас мне нужна будет твоя помощь. Возьми вот эти дубовые блоки, которые я тебе дал, и нужно по всему периметру вокруг дома вот эти вот полублоки вот так вот расставлять. Опа, справишься с этим вот заданием или нет? Вот так? Да, только вот здесь, со стороны дома, вокруг него. Ага, вот так. Да, вот. Не слишком сложно для тебя? Ну, надеюсь, что нет. Так, вот сюда продолжаем, вот здесь ставим, да, вот так, идем сюда, и теперь вот здесь. Не, ну ты посмотри, какая красота-то получилась, а, ну все, можно уже наконец туда внутрь зайти, посмотреть, как оно там, да? Можно? Не, подожди, внутренний, там, да, там как бы достроено, но не полноценно, полноценности нет. Сейчас, я могу минут 10 отдохнуть, да, для подписчиков это кажется, что мы сейчас строили, наверное, минут 4, но это полтора часа этот дом выстраивал, и ты так, иди сюда, подойди вот сюда, вот эту вот крышу из призмарина.
Я её только 40 минут строил, эти сраные полублоки, полублочные блоки, ступеньки, вот это вот всё как невыносимо. Сейчас, я отдохну минут 40 и пойду дальше это всё достраивать, хорошо? Не, ну ты молодец сегодня, ты молодец для своей панды родной, вот как для родной дочери стараешься. Ну пойди внутрь заглянем. Да нет, не, подожди, когда там? Внутрь не надо, я говорю, тебе там ещё до конца всё не достроено. Ну там ещё, там не хватает ещё, вот там воду не хватает провести, газ провести, вот это отопление, не скоро. Же зима же скоро. Не, внутрь давай мы с тобой заходить как не будем. В следующей серии потом. Я одним глазком взглянул, ну отойди, дай вот это двери. Нет еще, да, это люки тут надо. Да куда? Выпусти меня вот это вот отсюда. Нет. Ну, внутри, ну тут еще не очень красиво. Отойди в сторону. Да ёпрасете, ну я же ничего тебе не говорю, ну дай взглянуть-то, ну. Ладно, заходи, смотри, как здесь внутри. Никак. Ну, типа, ну, ты же достроишь, ну, типа, ну, это, как бы, ну... Ну, достроишь еще, да? Ты же сказал, достроишь, но то как здесь жить-то? Ну, я тебе говорю, то, что, ну, как бы, я построил дом-то красивый, японский, японская стилистика, вот это все, самураи, но... Ну, я не успел еще внутри достроить, я говорю, я полтора часа сейчас угробил на этот дом, пока Катя кору чистила. Это максимум, как она мне помогла, кору чистила. Ну, ладно, все, ты заслужил отдых, все, пойдем. Достроим попозже, я тебе помогу еще коры почистить потом попозже. Ну иди хотя бы панду сюда притащи, чё ты как вот это вот самое, я тебя тут подожду. Куда её притащить-то, тут ещё ничего не готово. Ну пускай на улице переночует, завтра заселим, новоселье праздновать будем, иди давай тащи, не умничай. Нет, она будет сидеть в лодке. Ладно, тогда я пойду её притащу. Арабская ночь! Смотрите на меня, арабская ночь! Ой, волшебный восток! Ну, когда я пою «Арабская ночь», значит, что я в небе! Вот, я её притащил! Только проблема, а как её сейчас спустить? Ты чё, с пандой на летающей лодке, что ли? Ты совсем кукухой тронулся? Ну, подожди, ну, чтобы она со стороны рассмотрела, как выглядит наш дом японский. Нужно, чтобы она к нему привыкла, понимаешь? Даже я к нему ещё не привык. Ну, только реально проблема. Как её спустить-то отсюда? Так как ты вообще её туда посадил? Спускайся, давай, я... Господи, подожди! И как теперь до неё добраться? Панда! Блин, у неё даже имени нет, как к ней обращаться? Коричневая панда! Так и есть коричневая панда! Так, Ария, а как её сейчас спустить-то оттуда? Ну придётся тогда только лодку ломать! Сможешь попасть в лодку стрелой? Ты издеваешься надо мной, если я в неё попаду, ты не совсем... Не попадёшь! Бери лук, стреляй в лодку, у тебя получится, ты же Катюшка-снайперша, давай! И она что, в воду что ли кокнется? Кокнется в воду, да, давай! Ой-ой-ой-ой, прости меня, коричневая панда, я не специально, меня заставили! Опа! Я же говорю, у тебя все получится! Офигеть, все, мне нужно срочно идти это валерьяночки попить, сейчас давай, сердце выпрыгнет, да. Нафиг. Все, давай, иди туда. А ты, коричневая панда, иди за мной. Ну я тебе обещаю, ну, следующая серия стукнет, ну, иди в эту туда, в эту сторону. Следующая серия стукнет, я тебе все дострою. Ну не успел, я не успел, полтора часа эту колымагу строил. Вот, ну туда, ну зайди, ну туда хотя бы, зайди вот туда. Там переночуешь, я тебе отвечаю, да там хорошо, ну матрас найдется, да, вот туда. Ну, Кать, ну помоги мне туда затащить, она никак не хочет. И вы издеваетесь надо мной. Давай, ей тоже валерьяночки вот это принеси. Мне кажется, она в шоке, что с неба свалилась во время арабской ночи. Она жрет.